Простите меня, люди русские. Простите меня, что я выступаю с этой трибуны после министра финансов путинского правительства Кудрина. Еще раз простите меня. Конечно, на этой трибуне должны выступить еще многие достойные люди. Я уверен, что сейчас должен здесь появиться Роман Абрамович и сказать: я продаю свою яхту и отдаю эти деньги детям. Конечно, сюда сейчас должен подойти Анатолий Чубайс, а еще Михаил Прохоров и сказать: простите нас за залоговые аукционы, мы раскаиваемся. Сюда должны подойти люди, которые все 90-е и все 2000-е годы были в телевизорах и скакали из одного властного кресла в другое властное кресло и сказать: простите, а дайте нам еще разок попробовать, и я уверяю, что у нас все получится. Конечно, так оно и будет. Запомните, что все революции замышляются романтиками, делаются фанатиками, а чаще всего ее плодами пользуются воры, жулики и подлецы. Я хочу сказать, у России нет другой судьбы, как стать свободной. Свобода придет в Россию, и в России настанет счастливая, мирная жизнь. Власть у России неизбежна будет принадлежать народу. И власть неизбежно будет действовать в интересах большинства. Именно поэтому мы, русские националисты, больше всех заинтересованы в свободе и демократии в России. Потому что мы твердо знаем и твердо верим: при честных выборах власть придет к большинству, и так будет. Я хочу сказать о тех героях, благодаря которому все эти митинги не стали бы возможны. Год назад у стен Кремля русские люди восстали за свои попранные права, за свое попранное человеческое достоинство. И без героев Манежки не было бы ни Болотной площади, ни сегодня проспекта Сахарова. Главное, чего мы должны добиться, — освобождение политзаключенных, свободу политзаключенных. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Путинский режим за последние годы отправил в тюрьмы 1500 моих братьев. Это больше, чем было отправлено за все годы правления Брежнева в тюрьмы диссидентов. Долой статью 282! Долой антиэкстремистское законодательство! Машина политических репрессий должна быть разрушена. Россия нуждается в свободных выборах. Но никакие выборы не могут быть свободными, пока не разрушен аппарат политических репрессий, пока не зарегистрированы свободные партии. Никаких свободных выборов не будет,
пока не будут зарегистрированы партии. И я прежде всего заинтересован в создании русской национальной партии. Потому что русские заинтересованы в этом прежде всего. И я хочу объявить, что вчера была создана инициативная группа в поддержку этой инициативы. И так будет в ближайшее время. Россия неизбежно будет свободным, национальным, демократическим государством русского народа. Слава свободной нации! Слава России! Спасибо, правая колонна! Слава России!